Дорогие друзья, представляем вам маленький фильм из серии «Большая жизнь за моим маленьким окном», рассказывающий о том, что можно увидеть прямо из окна нашего дома, расположенного в Москве. У нас во дворе очень много установлено кормушек. И вот мы внезапно, кроме обычного дятла или пестрого дятла, увидели вот такого огромного попугая. Алла как закричит: «Володя, беги сюда, тут попугай!» Я говорю: «Да какой попугай, может быть, испугался так? А там ветер, мороз минус 8, минус 10, вьюга завывает». Подошел точно попугай. А присмотрелся дятел. Дятел, но зеленый. Представляете? Я быстрее порылся в интернете. Вы знаете, ребят, дятел зеленый занесен в Красную книгу. Ой, какой красивый. Да, занесен в Красную книгу. Очень редкая птица на земле Москвы и Московской области. Но тем не менее, мы уже второй раз его видим. Второй раз вообще где-то лет 5 назад прилетал, да, Ал? Да. И вот сейчас он уже второй день у нас пасется в саду. Мы его подкармливаем салом, семечками. И очень боимся, что он встретится и познакомится, не дай бог, с нашей кошкой Мусей, которая, вот слышали, прям плачет. И ей очень нервирует ее вот эти вот дятлы, которые у нас на территории летают. Дорогие друзья, подкармливайте птичек. У кого есть какая возможность, кто в городе живет, кто в деревне, вообще просто. Ведь они украшения нашей природы. Нашей жизни. Нашей жизни. Вот, поэтому берегите их, берегите природу. Ну, а мы пойдем еще семечек насыпем. А то синички летают вокруг нашего окна. А Муся всего просится вам, на улице. А Муся просится на улице. А всего вам самого-самого доброго.